Операции без разрезов и быстрое восстановление пациентов. В Первоуральской больнице приобрели новое оборудование для отделения урологии. Современный аппарат позволяет оперативно удалить камни из почек, мочеточников и мочевого пузыря. Мы сейчас используем аппарат, который позволяет добраться до камня в почке либо в мочеточнике. Его можно изгибать под необходимый угол, добраться до любой чашечки и при помощи энергии лазера камушек разрушить, достать все фрагменты. Через порт такого аппарата заводится специальное тонкое волокно. Сам инструмент вводится через естественные мочевые пути. Микроцифровая камера передает изображение, после чего обнаруженный камень разрушают с помощью лазерной установки. За 2 месяца первоуральские медики уже провели 1,5 десятка успешных операций. Как говорят специалисты, из всех поступающих в отделение урологии пациентов половина с мочекаменной болезнью. Также распространены воспалительные заболевания мочевой системы, новообразования и аденомы. Сейчас врачи активно проводят операции для восстановления свободного мочеиспускания. Для этого медучреждения приобрели аппарат для разрушения и удаления аденомы предстательной железы. Как отмечают специалисты, малоинвазивные методы лечения значительно сокращают послеоперационный период у пациентов. Срок, во-первых, пребывания в стационаре резко сокращается. То есть нет раны, нечему заживать. Пациент находится после операции 3-4 дня, в крайнем случае. И спокойно идет на амбулаторное долечивание и восстанавливается к труду. Там уже через неделю он спокойно работает. Возвращается к своему обычному образу жизни.